Вести Воронеж продолжают проект помощи детям совместно с Русфондом. 9-месячному Диме Минаеву требуется почти 200 тысяч рублей на операцию по исправлению большого пальца. Наших телезрителей просят собрать 90 тысяч. Чтобы помочь мальчику, нужно отправить смс-сообщение на короткий номер 5542 со словом «Дети». Стоимость сообщения 75 рублей. Гипс с ножки малыша снимут уже через 3 недели, наденут специальные ботиночки и разрешат вернуться домой. Диагноз – врожденная правосторонняя косолапость и полидактилия, удвоение фаланги большого пальца врачи поставили мальчику, еще пока мама была на 8-м месяце беременности. Ирина Минаева рассказывает, до последнего надеялась, что доктора ошиблись, но после рождения Димы оба диагноза подтвердились. Воронежские врачи предлагали подождать до года и только тогда начать лечение. Ирина поняла, что время уходит. В интернете она нашла Ярославскую клинику, где исправляют косолапость методом панцетти. Деньги на лечение помогли собрать в Русфонд. Конечно, хочется сказать огромное спасибо и Росфонду, и людям, которые нам помогли. Мы когда сюда приехали, нам просто за 3 гипса, то есть за 3 недели нам полностью вывели ногу. То есть она уже и назад не возвращается, то есть и все это нормально, как бы никаких осложнений нету. В этой же клинике врачи провели обследование и кисти руки Димы. И если до этого Ирине тоже предлагали подождать несколько лет, то ярославские врачи предложили сделать операцию сейчас, пока у ребенка не сформировалась моторика. Нет никакого смысла, как говорят некоторые специалисты, ждать там 7 лет, потому что ребенок развивается, ему надо расти, учиться пользоваться кистью более-менее нормальной. И это, конечно, не позволит ему такая кисть функционировать нормально и полноценно. По словам мамы, Дима очень активный малыш. Пошел он уже в 7 месяцев. А сейчас даже с сросшимися пальчиками старается научиться держать мамину руку и игрушки. Зная, что здесь это можно сделать и быстрее, и лучше, хочется, конечно, мы повторно обратились в Русфонд за помощью. И надеемся, что нам помогут, будет скоро Новый год. Хочется, конечно, верить. Помочь Диме просто. Нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Если наши телезрители не останутся равнодушными, то новогоднее чудо случится для Димы еще до 31 декабря. Светлана Неклюдова, Вести Воронеж.